Всем привет! В эфире программа «Модная лотерея». Наши участницы уже направляются в сторону студии. Давайте с ними познакомимся. Всем привет! Меня зовут Яковлева Ангелина. Я, как и любая девочка, люблю красиво одеваться, ходить по магазинам и подбирать себе красивые образы. В повседневной жизни мне важно просто быть опрятно, красиво, чисто одетой. Мне не важен стиль. Привет, я Ксения Коногина, мама двоих деток, блогер. Я увлеклась модой, когда родила первого ребенка. Мне очень важно стильно одеваться, в первую очередь, для своего мужа, во-вторых, чтобы не погрязнуть в пеленках и кастрюлях. Всем привет, меня зовут Шигапова Карина, я стилист и имиджмейкер. Мода — это не просто мое хобби и работа, это моя жизнь. Для меня очень важно стильно одеваться. Стиль — это часть меня. Девчонки, привет! Вы готовы отправиться на самый увлекательный шопинг? Конечно. Тогда настало время объявить тему программы. Сегодня наши участницы будут подбирать образы для романтического свидания. Тема программы мне понравилась. Когда я узнала тему программы, я очень обрадовалась, потому что мы любим часто с мужем ходить куда-то в кафе, на вечеринки. Тема романтические свидания, мне кажется, безумно интересной. И мне было бы очень интересно подобрать именно романтический образ для себя. Ну и, конечно же, какой же шопинг может обойтись без денег? Прямо сейчас перед вами лежат три конверта с суммами 15, 35 и 55 тысяч рублей. Выбирайте. Только обещайте никому не говорить, кому какая сумма достанется. Пусть это будет нашей маленькой тайной, которую мы обязательно раскроем в конце выпуска. Когда я открыла конверт, я обрадовалась. Это идеальная сумма, в которую я смогу уложиться. Когда я открыла конверт, я поняла, что я смогу на данную сумму выбрать отличный лук. Когда я открыла конверт, я поняла, что я составлю стильный образ на любую сумму. Девочки, я желаю вам хорошего настроения и успешных покупок. В первую очередь я присмотрю себе какое-нибудь пальто. В первую очередь я буду искать платье, подходящее для моего романтического образа. Я буду искать максимально женственный, в меру сексуальный, дерзкий образ. Ну а пока девочки отправились на шопинг, я рада приветствовать нашу модную судью, старший редактор отдела моды журнала «Грация» Елена Дудина. Лен, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, почему сегодня у нас такая необычная тема – образ для романтического свидания? Мы выбрали эту тему не случайно. Февраль, наверное, один из наиболее подходящих месяцев для того, чтобы ходить на свидание. Скорое приближение весны настраивает нас на особый романтический лад, поэтому каждой девушке хочется внести в свой гардероб что-то новое, необычное и выглядеть оригинально. К счастью, ей на помощь всегда приходят ведущие дома моды, которые предлагают оригинальные образы. Одни дизайнеры предлагают полупрозрачные струящиеся платья в пол. Другие — откровенные мини. Третьи предлагают нам играть на контрастах. Поэтому мне очень интересно, что наши девушки смогут в итоге предложить для романтического свидания. Надеюсь, что образы каждой будут по-настоящему интересными и оригинальными. Лен, я оставляю тебя наблюдать за шопингом участниц, а с вами мы увидимся в студии немного позже. А мы встречаем нашу первую участницу. Классная блузка, мне очень нравится такой небесно-насыщенный цвет. Представленная в кадре блуза мне тоже очень нравится, потому что это своеобразная вариация на тему пижамного тренда. Единственное, собираясь на свидание, помните, что мужчины этот тренд не особенно жалуют, поэтому мне кажется, это не лучший выбор, я бы повесила ее обратно. Я бы подобрала к этой блузке какую-нибудь юбку-карандаш. Эта блуза действительно будет хорошо сочетаться и с юбкой-карандаш, и с любыми брюками. А вот и то, что я искала. Это именно то, что нам нужно. Юбка-карандаш, она кожаная, очень приятная на ощупь. То, что мы видим в кадре, это не классическая юбка-карандаш, потому что у нее слишком много интересных и оригинальных деталей. А вот и последняя деталь нашего образа – пальто. Бежевое пальто, которое я вижу в кадре, мне нравится.
пальто в таких нежно-розовых оттенках. Мне очень нравятся эти пуговицы, которые добавляют оригинальности в этот образ. И сейчас посмотрим, сколько оно стоит. Угу, идеально, мы просто идеально укладываемся в бюджет. Пальто с двумя рядами контрастных пуговиц, которые мы видим в кадре, мне тоже очень нравится. Это очень актуальная в этом сезоне вещь, потому что пальто объемного силуэта по-прежнему не сдают своих позиций. Именно то платье, которое я искала, оно очень нежного кораллового цвета. Здесь красивые пуговицы, круглые, белые, похожи на жемчуг. Это слишком инфантильное платье, поэтому мне кажется, что далеко не каждый мужчина оценит такой образ на свидании. Я бы не стала его брать. Эта блузка идеально сочетается с этой юбкой. Это легкий зимний-весенний образ. Просто супер. Это то, что нужно. Сюда я бы подобрала какое-нибудь черное пальто в стиле образа Анджелины Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит». Блузу и юбку, которую героиня выбрала, действительно можно носить вместе. Это оригинальный образ. Единственное, что он слишком напоминает цветочную клумбу. Мне кажется, что это слишком опасно для свидания. Эту блузку и юбку стоит повесить обратно. То, что я искала. Это немножко не пальто, это тренч. У него довольно плотный материал. Черный цвет, мне кажется, всегда выигрышно подчеркнет и фигуру, и сделает вас ярче. При всей моей любви к черному цвету, ярче он никого не сделает. В этом образе я бы пошла на романтическое свидание в какое-нибудь уютное кафе на чашечку кофе. В этом образе мне, наверное, нравится только пальто. Сочетание блузы и юбки крайне неудачное, оно странно сидит, режет фигуру. Я бы в таком образе не пошла бы ни на какое свидание. Мне кажется, что это совсем неудачный вариант. Сюда очень хорошо бы подошли ботильоны на высоком каблуке. Образ настолько неудачный, что даже ботильоны на высоком каблуке его не спасут. Мне кажется, что здесь уже ничего не поможет. Этот лук мне нравится больше предыдущего. Он более романтичный и довольно милый, яркий. Мне кажется, это именно то, что нужно для первого свидания. Сочетание пальто, которое немного рябит в глаза, и платье, на котором интенсивный принт только усиливает этот эффект, крайне неудачный. Мне совершенно не нравится и второй образ нашей участницы. Под этот образ я бы подобрала черные лаковые лоферы или, возможно, ботинки не на высоком каблуке, а чуть выше щиколотки. Наверное, черные лаковые лоферы сюда действительно неплохо подойдут, потому что хуже этот образ уже ничего сделать не может. Ткани полупрозрачные, и это явно не вариант для первого свидания. Третий образ нашей участницы, наверное, самый удачный, потому что и блуза, и юбка хорошо сидят, и черный тренч в общем и целом неплохо вписался. Этот образ я бы дополнила красной губной помадой и, возможно, красными лодочками лаковыми. Насчет красных лодочек согласна, а вот красную помаду для первого свидания, пожалуй, использовать не стоит, потому что, как показывают исследования, мужчины ее боятся. В целом, шопинг первой участницы тяжело назвать удачно, но, возможно, героиня меня в итоге удивит. Давайте дождемся ее в студии. А мы встречаем нашу вторую участницу. Вот, к примеру, платье, классическое сочетание цветов, интересные плиссе. Представленное в кадре платье действительно неплохое, потому что мне нравится и оригинальная плиссировка, и сочетание белого и голубого. Я думаю, что оно мне как раз очень даже подходит, и мы его померяем. Я думаю, что вот этот жилет создаст яркий акцент к нашему платью. Мне оно очень нравится. Жилет, который мы видим в кадре, сам по себе очень неплох. Вот, отличное платье, нежное.
романтичное. Мне кажется, оно очень подойдет для свидания. Совершенно согласна с героиней. Романтичное платье с рюшами нежно-розового цвета – это, наверное, нужный вариант для первого свидания. Классический цвет пальто всегда смотрится очень выигрышно. Очень выигрышно всегда смотрится оригинальный цвет пальто, а обычное классическое уже давно никого не удивляет. Мне кажется, это платье отличный вариант, если твой молодой человек пригласил тебя на романтическое свидание в клуб. Сейчас очень модно прозрачные ткани. Мне нравится представленное в кадре платье. Мне бы хотелось посмотреть, как оно будет выглядеть на героине. Эта куртка отлично подойдет к длинному черному платью. Сочетание полупрозрачного платья и косухи из замши уже стало классическим. Но от этого совершенно не потеряло собственного обаяния. Мне бы хотелось, чтобы героиня показала этот образ в студии. По-моему, этот вариант отлично подходит для свидания в театр или же в кино. Нет, нет и еще раз нет. Мне не нравится сочетание этого жилета и платья. Я бы дополнила этот образ туфлями на высоком толстом каблуке, широком, классического черного цвета. Черная обувь сюда совсем не подойдет. В этом я бы пошла с мужем в ресторан. Такое объемное пальто-халат совершенно закрыло наши рюши, которые хотелось бы показать. Поэтому мне кажется, что сочетать две эти вещи в одном образе не стоит. Я бы этот лук дополнила лодочками телесного цвета пастельного и клатчем небольшим под цвет платья, нежно-розовый. В этом я бы пошла на первое свидание в клуб. Должна признаться, что из всех трех образов этот нравится мне больше всего. Я бы дополнила весь этот образ тяжелыми ботинками, с, возможно, с какими-то цепями и рюкзаком кожаным. Если героиня, как и заявляет, действительно дополнит это массивной обувью с кожаным рюкзаком, образ будет отличным для свидания, которое может пройти и в клубе, и в каком-то баре. Почему нет? Должна признаться, что шопинг второй участницы тоже вызвал у меня ряд вопросов. И опять же, мне понравился только последний образ. Поэтому, наверное, именно его я и хочу увидеть в студии. А мы встречаем нашу третью участницу. О, вот то самое платье, которое мне нужно, в меру сексуальное. Оно достаточно легкое для нынешнего сезона. Согласна, платье на тонких бретелях с интенсивным принтом в цветочек вполне себе уместно для первого свидания. Вот эта юбка — то, что мне нужно. Она достаточно легкая, интересная, то есть со вставками люрикса, такая воздушная, отлично подойдет для романтического свидания. Согласна. Юбка с оригинальным поясом и люриксом вполне уместна для первого свидания. Вот это очень классный свитер, который подойдет к моей юбке из люрикса. Данная модель слишком простая. Для свидания, мне кажется, это не лучший вариант. Этот свитер подойдет к нашему платью-комбинации. Если его интересно обыграть, мне кажется, это будет очень неплохой тандем. А,
вот это теплое пальто отлично подойдет для моего образа с платьем комбинации. Пальто, которое мы видим на экране, само по себе неплохо. Мне оно нравится. Платье, которое я искала, что может быть лучше, чем платье для романтического свидания. В таком образе вы можете запомниться, но скорее это будут негативные воспоминания. Мне кажется, что его стоит повесить обратно. Мне очень нравится этот образ. Он очень уютный, но в то же время женственный. То, что нужно для романтического свидания. Да, мне тоже в целом нравится этот образ, потому что у него правильная направленность. Единственное, что я бы заменила красное пальто на бежевое, и тогда все бы совсем сложилось. Я бы дополнила этот образ какими-то ботильонами, возможно, темно-коричневого цвета или темно-бордового. Действительно, ботильоны и темно-коричневого, и бордового цвета сюда неплохо подойдут, как и лодочки тех же оттенков. Посмотрим, что в итоге выберет героиня. Образ получился достаточно зимний, юбка с металлизированным блеском, джемпер очень красивого баклажанного цвета. Должна признаться, что этот образ меня удивил, потому что джемпер и юбка отлично смотрятся друг с другом, и действительно в таком образе можно пойти на свидание вне зависимости от того, какую обувь вы выберете. Какие-то грубые ботинки сюда подойдут, также подойдут сюда и ботильоны на небольшом удобном каблуке. В этом образе я пойду на первое романтическое свидание. Что может быть лучше для свидания? Конечно же, платье. Конечно, платье — это всегда отличный выбор для свидания, если речь идет о другом платье. Я бы дополнила этот образ с сапогами на плоском ходу. Последняя участница представила гораздо больше удачных образов, чем первые две. Для завершения образа мне нужен легкий розовый блеск на губах, может быть, легкие локоны. Я очень довольна шопингом, мне очень понравился ассортимент магазина. Для завершения образа я сделаю макияж Smokey Eyes и уберу волосы назад. Я безумно довольна шопингом. Для завершения своего образа я сделаю естественный макияж и уберу волосы в небрежный пучок либо хвост. Ну а мы снова в студии, готовы встретиться с девочками. Лен, мы готовы? Да. Я приглашаю нашу первую участницу Ангелину. Ангелина, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно этот образ? Я выбрала этот образ, потому что он показался мне наиболее подходящим к заданной теме. Я чувствую себя в этом комфортно, уверенно, и мне кажется, что молодой человек бы мой оценил этот образ. Здорово, спасибо тебе большое. Лен, что ты скажешь? Да, мне тоже нравятся оттенки, в котором выполнен этот образ. Единственное, что мне не совсем нравится, как сочетаются принты на платье и пальто. Мне нравится мой образ. Единственное, что я бы поменяла, это колготки. Спасибо тебе большое, присаживайся. Ну а мы рады приветствовать следующую участницу, Ксению. Ксения, расскажи нам, пожалуйста, почему ты считаешь, что этот образ прекрасно подойдет для романтического свидания? Мне кажется, что в этом образе очень комфортно, удобно, это модно, стильно, молодежно. В этом я бы пошла куда-то в клуб.
Спасибо. Лена, что ты думаешь? Я совершенно согласна. Мне нравится сочетание фактур в этом образе и такие черно-серые оттенки. Мне кажется, что все удачно сложилось. Я бы в своем образе ничего не меняла. Ксения, спасибо тебе. Присаживайся. А мы встречаем нашу третью участницу, Карину. Карина, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно этот образ? Этот образ максимально отражает меня, мой характер. Он очень уютный, теплый, но в то же время женственный, максимально подходит для романтического свидания. Спасибо. Лен, что ты думаешь? Мне нравится этот образ, особенно юбка. В своем образе я абсолютно уверена, мне очень нравится, мне в нем комфортно. Спасибо, Карин, присаживайся. Вот и настал самый волнительный и ответственный момент программы – определение победителя. Лен, прежде чем ты вынесешь свое решение, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кому какая сумма из девочек досталась? Мне кажется, что у Ангелины было 15, у Ксюши 35, а у Карины 55 тысяч рублей. Ну, а так это или не так, мы узнаем в конце выпуска. Лена, кто, по твоему мнению, лучше всех справился с заданием? Несмотря на то, что мы собирались на романтическое свидание, победу я присужу той героине, чей образ мне нравится больше всего, потому что он цельный, продуманный и актуальный во многих ситуациях. Мне кажется, что победила Ксюша. Я поздравляю Ксению с победой, но с мнением Елены я не согласна. Мне кажется, что образ Ксюши больше похож на рок-стар, чем на девушку, которая собралась на романтическое свидание. Мне понравился образ каждой девушки, в каждой есть своя изюминка. С мнением Елены я не согласна, так как мне кажется, она достаточно субъективная в плане того, что образ победительницы не соответствует заявленной теме программы. Мне понравились образы других участниц, они абсолютно не похожи на друг друга, они абсолютно разные. Я так рада, что я победила. Я согласна с мнением Елены и придерживаюсь того, что все-таки нужно подбирать образ под себя. Мне понравились образы других участниц. Они были очень стильные, но все-таки я лучше. Ну а теперь настало время открыть все карты и узнать, кому какая сумма досталась. Мне досталось 35 тысяч рублей. Мне досталось 55 тысяч рублей. Мне досталось 15 тысяч. Лен, ну сегодня ты не угадала. Увы. Девочки, спасибо вам большое за участие. Ксения, тебя поздравляю с победой. Лен, тебе спасибо в очередной раз за твое содействие. А с вами была программа «Модная лотерея». Увидимся!